Добрый день всем! Привет с Харькова! Погодка у нас сегодня шикарная, солнышко. Сразу зеленеет все, травка зеленеет. Ярче цветочки расцветают, распускаются. Вода, в принципе, прозрачная, но уточки где-то наши отдыхают. Сегодня рясно распустились одуванчики. Если их тут видно, но мы сейчас найдем точно. Сейчас уже одуванчики есть. Кстати, я сегодня первый раз у нас увидела одуванчики. Они где-то встречались, но мне не попадались. А сегодня одуванчики уже есть. Ивушка выпускает свои листики. Какая красавица. Небо чистое голубое. Вчера было прохладно, ветер, а сегодня хорошо. Сейчас немножечко пройдемся, посмотрим. Птички поют, люди отдыхают. Кстати, я проходила несколько дней назад, и прямо передо мной выскочила лисица. Вот я иду по дороге, по проспекту, не знаю, рассказывала вам или нет, но телефон у меня в кармане был выключен. И она буквально, наверное, метров 5-7 впереди меня выскакивает, спокойно такая прошла, дорога двойная. Дорогу прошла и пошла дальше. Я пока достала телефон, пока включила его, уже только спина была ее видна на другой стороне дороги. Вот такие лисички гуляют. Гуляют по источнику и, скорее всего, потому что у нас тут уточек много было. Вот. Наверное, они не голодные. Уточки есть, еда есть. И вот людей, в принципе, много гуляет, собачек много. Ну, никого не боится, не агрессивная, спокойная. Считай, по центру города гуляет. Вот их кормят, они уже не голодные, не хотят, да? Так, не хотя. Ладно, уже съем кусочек. У нас тут уточки, птички не голодные. Так, а здесь были рыбки, но в этом году я их еще не видела. Большие красные рыбки здесь плавали. Ой, маленькую вижу, но вы не увидите точно. Наверное, есть рыбки. Вода, кстати, прозрачная.
дно видно. Видно, как растут там растения на дне. А рыбок пока не вижу. Я думала, один селезень, а тут и селезень, и уточка отдыхают. Спят. Клюв спрятал. Красавчик спит. А там подружка. Он ее с виду не выпускает. Шуршание воды. Здорово.